Покажу вам колоду, которая ко мне приехала. Она огромная. Вот такая красота. Сейчас я вам... Смотрите, какая красота. Плюсы и минусы колоды, сразу скажу. Ну, во-первых, главный плюс – это, конечно, Кали. Богиня Кали, которая проявлена по-разному. Это мать, которая проявлена по-разному. Это гневная мать. Мать, которая мстить умеет, да, и так далее. Не мстить, наказывать, наверное, правильно. Вот я ее только распаковываю. Вот тут, видите, такой листочек даже вложен интересный. Есть книжечка. Книжечка, но тут она вся на английском языке. Английский я не знаю. Тут она у нас, коробочка, точнее карты в упаковке. Убираем упаковочку. Внутри красненькая, это энергия Кали, она тоже у меня. Красная, синяя, черная, золотая, вот такие энергии идут. Вот, ну и, собственно, сейчас я вам покажу саму колоду. Вот она такая. Это главный плюс, конечно. Мне не совсем близка прорисовка. Почему? Потому что Кали я представляю как более взрослую. Ну, в моем, да, ассоциативном ряду. Вот ближе к этому, наверное, да. Но мне все нравится. Значит, сейчас мы с вами, как обычно, да, я шквалюсь вам только картами. Там это главные мои покупки. Вот, и подарки мои главные. Так, сейчас мне необходимо с колодой познакомиться. Как мы это делаем? Колода неудобная в плане, ну, что карты огромные, да, и у меня ручки маленькие. И эти маленькие ручки не захватывают полноценно, да, колоду. Но, тем не менее, значит, я люблю чуть поменьше, когда колода. Для алтарных работ, наоборот, это очень даже подходящая колода. Первое, что мне хочется спросить, у этой колоды всегда мы спрашиваем, так скажем, какая энергия, да, как они себя видят, как эта колода, точнее, видит себя. Это знакомство называется, как эта колода видит себя. Так, ну что, растасовали, достаем карту. Вот так. Сейчас я вам покажу. Вот это основная энергия по восьмерке, проявленная здесь. Кстати, восьмерка – это время. Вот эти рога мне здесь очень нравятся. Я делала такую фотосессию с рогами тоже. Это проявление времени тоже в том числе. Теперь мы спросим, кем колода видит меня. Какой меня видит колода? Это знакомство происходит. Какой меня видит колода? И достаю тоже одну карту. Представляете, когда я вам показывала колоду, вот сейчас, я вам сказала, что вот это наиболее близко к моему восприятию Кали. И Кали меня видит именно такой, да. Вот у меня сейчас именно такое состояние. Вот один в один. Даже вот с таким лицом я себя ощущаю такой немножечко иссохшее. Так скажем, старость как мудрость, агрессия, вот, вот такое вот, да, вот такое, вот прям один в один это я. Я даже зрительно себя сейчас так воспринимаю. То есть прям, ну вот прям ответила четко. Давайте теперь спросим, какой совет может мне дать колода. Это энергия Кали, да, то есть мы по сути через колоду общаемся с энергией Кали. Когда колода посвящена одному какому-то божеству или одной энергии, то, соответственно, мы говорим о том, что общаемся конкретно с ней через колоду. Да? Это наш помощник колоды, проводник, телефончик такой, да, можно сказать. Смотрим совет. Но здесь как-то возникает состояние гармонии, которое у меня сейчас нет. Четко состояние гармонии. А энергия цветов как подношение не кровная, как видите, а именно цветов в большей степени. Отсутствие черепов здесь на картине вы видите, здесь говорит о более такой гармоничной энергии. То есть колода советует более в гармоничное состояние прийти и взаимодействовать с травами и с цветами. Я бы так этот совет дала, как некое даже, видите, благословение такое. Вот, может быть, вы как-то по-другому увидели. Мне, кстати, интересна ваша интерпретация этого совета в виде этой карты. С удовольствием послушаю вашу интерпретацию.
Потому что, когда сам себя смотришь, всегда не хватает мнения извне, когда кто-то посмотрит со стороны.